Самые сложные работы по строительству водовода на остров Русский, прокладки дюкера по дну пролива Босфор-Восточный, закончены. Уже в середине января чистая пресная вода поступит на остров после проведения всех работ, очистки и промывки труб. В рамках проекта для бесперебойной подачи воды было построено 4 резервуара по 5000 кубометров на острове Русский и 2 по 10 тысяч на материке. Вода на остров поступит в середине января и пойдет из системы водоснабжения Владивостока. Не нужно быть строителем, чтобы понять, насколько сложна эта работа. Последние месяцы завершалась прокладка трубопровода по дну через пролив Босфор-Восточный. Это порядка 2,5 километров трубы на дне на глубине 45 метров. То есть это та работа, которая у нас в последнее время не проводилась. Я еще раз заострю внимание, сейчас мы способны реализовывать такие масштабные проекты силами приморских строителей. На строительство водовода из федерального бюджета было выделено больше 1 миллиарда рублей. Софинансирование из казны Приморья составило 473 миллиона. Начали мы, конечно, в сентябре. И в таких нелегких условиях, в условиях штормов, первое. Во-вторых, это условия, которые связаны, вот видите, с низкими температурами. И плюс к этому еще у нас тут вот есть технические особенности. Здесь очень большое количество связей, коммуникаций, которые тоже приходилось вытаскивать их, прежде чем прошла труба. Уже сейчас идет строительство второй очереди водовода, что позволит осуществлять бесперебойную доставку воды на остров Русский и даст большой рывок для социально-экономического развития территории. Инна Гончарова, Евгений Бербинцев, Михаил Павлов, «Панорама».